Между тем, крупы, мясо, рыба, молоко – это далеко не все продукты, за ценами на которые следят активисты Общероссийского народного фронта. Они регулярно посещают магазины и смотрят за изменением ценников на полках. Особое внимание – социально важным товарам в условиях пандемии коронавируса. Следят и за наличием продуктов. Такой контроль за производителями и продавцами проходит по всей стране. В рейд выходят каждую неделю. Вся информация поступает в Федеральную антимонопольную службу. Мы не заметили особого роста цен на продукты, но видно, что в связи с сезонной такими особенностями, да, например, подорожал лук. Но говорят, что это вот сезонно. И мы иногда видим, что нет дешевых круп. Вот в данном случае мы их нашли в магазине, но иногда бывает так, что есть дорогие крупы, а дешевые крупы в магазине уже все разобрали.